представляем вашему вниманию игровую гарнитуру от компании Logitech модели G35, которые обладают объемным звуком Dolby Headphone 7.1. Услышите своих врагов до того, как они увидят вас. Вы будете слышать до 7 дискретных звуковых каналов плюс канал низкочастотных эффектов. Это известно как объемное звучание 7.1. Программное обеспечение Dolby Headphone интуитивно направляет каждый канал в нужное расположение, чтобы воспроизводить многоканальный звук так, как задумали разработчики. В комплект входит диск с программным обеспечением, инструкция пользователя, а также две дополнительных сменных мягких ободка оголовья. Данные наушники имеют три программируемые G-клавиши. Контроль баланса, сигнал, шум. С помощью клавиш быстрого доступа можно управлять в игре такими функциями, как музыка, трансформация голоса и другое. Также на наушниках присутствуют кнопки «включить-выключить микрофон» и регулировка громкости. Преимущества звука. Благодаря поддержке технологии Dolby Headphone, гарнитура G35 создает захватывающее 360-градусное звуковое поле, позволяющее вам услышать то, что вы не можете увидеть – шаги, выстрелы противника, вой сирен, поскольку у вас появятся глаза на затылке, и вы победите. Также на наушниках присутствует индикатор отключения звука. Красный светящийся индикатор служит визуальным ориентиром состояния звука и информирует вас, когда микрофон выключен. А теперь мы рассмотрим более подробные характеристики. Данная гарнитура имеет выдвижной микрофон, импеданс которого составляет менее 2,2 кОм, а чувствительность минус 42 дБ. Частотный диапазон микрофона составляет от 100 Гц до 10 кГц. Диаметр мембраны наушника составляет 40 мм, а диапазон воспроизводимых частот составляет от 20 Гц до 20 кГц, импеданс 32 Ом, а чувствительность 90 дБ. Кабель находится в тканевой оплетке, а интерфейс подключения к компьютеру USB. Длина кабеля составляет около 3 метров. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.